Нам нужен посол Бурятии в Москве, говорит Алексей Цыденов. В любом случае, выбирать будущего депутата Госдумы будут люди. Для этого и есть праймерис, процедура предварительного отбора кандидатов. Она стартовала в республике 15 марта и продлится до 29 апреля. Глава Бурятии четко дает понять, кому рекомендуют выдвигаться в Госдуму. Я со своей стороны, безусловно, тоже понимаю всю ответственность и там, исходя из уже опыта работы с людьми, я там буду рекомендовать вот Вячеславу Владимировичу Цуронову тоже заявиться на праймерис к нашему министру спорта. Но он не только спорт, у нас там еще и молодежная политика, и все там, многие социальные вопросы, которые, с которыми он уже в республике поработал. И если будет поддержка, если он выиграет, то ему выдвигаться дальше также и в Думу. На посла в Думу возлагают большие надежды. И прежде всего, это лоббирование интересов малой родины. Помимо законотворческой деятельности, у депутатов большие полномочия по лоббированию интересов регионов и там, федеральных органах, и не только федеральных органах, вообще во всех структурах. Поскольку у депутата есть такое право, как депутатский запрос, и он может в рамках депутатского запроса любую проблемную ситуацию там, помогать разбирать. Сегодня Алексей Цыденов озвучил журналистам итоги годовой работы. Напомним, ровно год назад, как только началась пандемия, он был назначен секретарем бурятского отделения партии «Единая Россия». Члены партии «Единая Россия», активисты партии за этот период своих личных денег, подчеркиваю, своих личных денег, собрали более 30 миллионов рублей. Помощь оказана на такую очень значительную сумму. Это и машины поставлялись в больницы и поликлиники. Выбрать новый состав Госдумы жителям России предстоит 19 сентября. Избранные народом депутаты будут 5 лет представлять интересы региона в высшем представительном и законодательном органе власти в России. Мария Латышева, Константин Гармаев. Новости дня.